Всем привет! Всем привет! Новый день, будни... Будни звукаря, короче. Сегодня что-то день какой-то вообще жесть, блядь. Еще проспал, 12 часов встал. Фишка в чем? Сегодня... что-то ничего не брали. Тут друг, давай этот усилитель сетки. Все, давай, быстрее продавай. Короче, еду. Еще главное, разные транспортные компании. Ну, единственный плюс то, что... У меня сегодня тюнячки там какие-то пришли, надо глянуть, что этот, в ПЭКе надо забирать. То есть сейчас еду в ПЭК, отправляю усилитель в Казань, потом еду домой, упаковываю грили отправляю, куда там отправляю, это в Кемеровскую область куда-то, короче, вообще без понятия, адрес смотреть. Так, ну в принципе вот такой день и будет. А, ну еще хотел сказать, переходим... Ссылочка в описании, короче, переходим в группу, там конкурс. Можно выиграть короб по 12-й сабвуфер, да, а также другие сабвуферы. Потом комплект колец на громкий фронт и труба раскрыв под короб. Ну, в зависимости от места. Первое, второе, третье место. Так что делайте репост, участвуйте. Не так сложно репост сделать. Добавляйтесь в группу. Можно купить, продать свои БУ железки. Насчет БУ, кстати, еще будет этот видео сниму, почему стоит покупать БУ, ну и в каком случае не стоит покупать БУ. Ладно, короче, еду в ПЭК, там потом сниму, но в ПЭКе не буду снимать, блин, шарахаться там этих таджиков пугать, едем дальше. Короче, забрал тюнячки, может, не знаю, видно в камеру, был широкий. Еду, короче, одной рукой управляю коробкой этой, второй рукой придерживаю, чтобы мне торпеду не этот, флок не сарабал. Короче, вот этот обновленный вид на 2018 год. Если, конечно, получится. Ну, я думаю, получится что-то. Такую уже махинацию проводили. Ну, сейчас в гараж приедем, бампер положу у родного, и там посмотрим. Ну, так, все, погнали. Короче... Вот бампер. Ну как бампер? Это обвес АВР. Не спиздеть. От этой. От четырки, короче. Так, цель будет срастить два бампера. То есть штатный Nexi и... Ну, верхушку штатного я, короче, низ обрежу. Ну, или низ, или ниже. Не знаю, как получится, короче, обрежу. Потом их соединю вместе. И по лифиркой завалю. Ну, блядь. Я думаю, получится. Нормально будет. Так, и еще, короче. Также фендеры взял заодно. АБС пластик обычный. Блин, фендеры, кстати, дорогие, хотя за что платят, не знаю. Это 70-ка, но что-то с 70-кой я, по-моему, борщнул. Больно они широкие, мне кажется. Так. Так, сзади, кто не знает, у Nexi петушня вот такая вот. И причем тут уже полезли задние арочки у нас, то есть заднюю арку пильнем. Ну, пильнут, сделают, это уже не я буду делать, дверь поди еще пильнут. И, короче, вот так получится. Сзади фендеры, чтобы поставить дисочки побольше. Сюда диски, если с музыкой, вообще никакие не поставить, она садится где-то вот до сюда. Так, ладно, вроде все. Она сейчас затащу все в гаражик и, в принципе, погнал дальше. Хочу еще поговорить по поводу вот этих доставок транспортных. Фишка в чем, что, ну, вот этот бампер, короче, за доставку я заплатил по чуть больше половины стоимости товара уже получается. И все из-за чего? Все из-за этих, из-за платонов, шмантонов. То есть раньше, например, если я заказывал, ну, у меня было, я уже заказывал бампер в обрешетке с Самары. У меня он вышел где-то, ой, не соврать, что-то 1500, не больше. В этот раз практически в два раза дороже это вышло. Так что все ближе и дальше. Это уже заказывать такие большие детали через транспортную компанию вообще, как сказать-то, нерационально. Начинается просто нерационально. Скоро дойдет вплоть до того, что ты... Купишь, не знаю, фендеры за 3000 и за доставку. Ну, фендеры, да ладно, маленькие. Ну, что-то купишь за 3000 и за доставку заплатишь еще, допустим, 3000. Ну, это бред.
Ладно еще, они, ну как бы они подняли стоимость, удорожили большие перевозки, а более мелкие еще ладно, более-менее там неощутимо прибавка. А вот на большие грузы очень большая прибавка. И что из этого выходит? Выходит из этого то, что не только доставка, например, доставка тюнинга или еще что-то, или автозвука увеличилась, а увеличилось все, увеличились продукты. Ну, короче, что я буду вам объяснять? Жесть, короче, с этим Платоном. И причем ничего, просто захотели брать дополнительный налог и все. Если вы с бензина долбите такие бабки, так, бля, я не понимаю. Работает, говорит. Ты наёмаешь, но я, блядь, снимите, а нет. Заебись, унитаз получился. Давай корзин. Идеально! Да, кстати, блядь. Четко садится. Четко. Мечтаю с пельщика. Готовая стена с завода, да? А, блядь, тут лист-то что-то тонкий, пиздец. Нахуй тут делать стекло, если тут тоненький лист. Броневичок. Почти готовая стена. Все в карпетике. Стекла сантиметровые, да? Опа, бля! А зеркало ты устанавливал, да? Нет, я ничего делал. Зеркало с этим, с монитором. Блять, сейф. Все в карпетике. Антиавтозвук. Магнитола кассетная. Фиаско. А вон тут второй монитор есть. Как он открывается-то, блядь? О. 10 мониторов, ёпта. Xiaomi. При пожаре нажать. Это кнопка, да? Не надо нажимать. Я тут предохранитель стоит. Пятый элемент смотрел фильм? Ничего там. Настоящие сразу спросят, зачем эта кнопочка нам? Нормальный сразу нажмет, проверит. Тем более она с огоньком горит, так. А, о, тут еще камера есть. Две камеры, Леш. Бля, броневичок суперский, конечно. И музыка хорошо стоит. Дверь тоже чётенькая. Лабаш. Ну вот это боль, конечно.
Так, здорово, братва. Итак, движуха, как я говорил вам, по поводу перетяжки дверных карт, что будет материал такой вот, текстура карбон и плюс кожа. Почему так? Потому что это единственное, что у меня есть. Это куплено еще в том году. И фишка в чем, что я вырезал по дверной карте, как говорил, вот моя дверная карта. Вот идет контур дверной карты из одного материала. И строчкой пришит к нему другой материал кожи. Ну, текстура кожи. И получается, что данная движуха, ну тут понятно, сшиваются концы. Все это будет натягиваться на дверную карту. Вот с такой вот, ну как, не строчка это, ну шов немного видно будет. Вот здесь вот так вот. Так, это будет все натягиваться на дверную обшивку, которую я сделал из фанеры самодельную, тоже по контуру штатной. И будет приклеиваться по краям, ну, завернутые за обшивку, скорее всего, просто на степлер я прикреплю. Ну, может и клея хватит, посмотрим. Так, это что касается моих обшивок. Так, параллельно делали вторые обшивки на... Как называется-то, блин? На Рено Лагуна, короче. Сейчас поедем их забирать. Позвонили, сказали. Ну, чувачок, короче. Ну, не чувачок, Саня, вы его видели в прошлом блоге. Саня, короче, пошел легким путем, то есть отдал на шпаклю сам. Ну, чтобы не самому шпаклевать. И ему его покрасят приблизительно в цвет. Приблизительно в цвет обшивки. Ну, то есть, примерно должен быть штатный вид. Так, ладно. Наверное, так и поедем дальше. Поебали, хвастайся. Юра, да че, уехал? Да. Прайд, Караудио, Урал. Вся хуйня. Орал Саунд. Блядь, пыльный пиздец. Ну, низ нормально так-то. Низ заебись. А с этой что будешь делать? Я с этой? Это оставлю нахуй, отмою, да и не, вот это. Тоже отмою пылесосом, этим моющим. Ну. Ебану нахуй прям. Вот здесь вот, думаю, как, не слабо. Вот это вот место. Проложить может еще. Блять. Опасно нахуй. Тем более еще есть пилю эти. Ну. Тогда лучше завалить еще завалить разок. Нахуй. Вот нахуй. Я тебя взял, я нахуй вчера. По кантику проложить нахуй. Пам-парам-пам-пам. Карабасик. Короче, не реклама. Продолжаем бложик. Снимаю уже его неделю примерно, может больше уже. Все. Подспотел, пока машину отгребал. Короче, конфетки кремка вообще идеальные. Просто идеальные. О, душевные конфетки. Одни со вкусом даже этого. Как они называются? На освежитель воздуха, короче, похоже. Пинаколада. Короче, едем. Че, как я сказал, не сказал, что-то записать блок-то. Короче, едем опять в бокс. Сейчас что-нибудь посмотрим. Саня обшивки поставил, доделал. Ну как доделал? Прополиэфирили еще разок и помыл, почистил там, не знаю, что он хотел делать. Ну, короче, четко получилось. Покрашено, к сожалению, не в этот, нифига не в цвет обшивок почему-то. Саня, если смотришь, почему покрашено не в цвет обшивок? Просто, короче, черным облито. Или он, поди, посмотрел, о, черный, ну, значит, черным. Короче, такая движуха. О, за пару дней, короче, выпало столько осадков, сколько не было вообще за всю зиму. Поэтому, наверное, прикреплю рекламку, блядь. Наверное, прикреплю картинку, как я встал, припарковался. Ну, там вариантов не было. Я просто
тупо заехал и потом типа разберемся. Ну вот, только что разбирался, наверное, не знаю, сколько надо время посмотреть. Разбирался, наверное, если я в 2 вышел. Ну, полчаса, нормально. Так, напоминаю еще, что по ссылочке можете перейти в группу, подписаться. И за репост можете выиграть либо комплект колец, либо короб под двенашку, либо трубу под короб, под 160-ю трубу. Все обговаривается, если выиграете, можно просто немножко доплатить и, например, получить короб под пятнашку, либо 200-й раскрыв и так далее. Также не забываем, что я делаю кольца под фронт, под динамики. Делаю раскрывы и делаем короба, в принципе, пилим. Ух, ладно, давайте едем. Давай, Саня, хвастайся, хули. Запись пошла, на. Че у тебя, не закрываешь? Блять, идеал, нахуй. Эти отпилил, да, там оставил? Снял? Что у нас будет? 3 руби и пищалочка. Пиздец, да, этот? В цвет. Обшивки. Графит. Нормально, нахуй. Да не, нормально, да. Не этот, как его, скажи, блядь. Ручка у тебя, смотрю, кожаная. Кто перетягивал, да? Не, ручки тоже. Да ничего, там клей не отошел. Нет, блин, фигово этот какой 88-й, короче, клей говно, блядь. Ну не, мелкие можно перетягивать, но небольшие. Если большие, так там сразу с твоих косяков влезет. Только три восьмерки зашумлено все. Бля, нифига ты тут что-то вроде толстовато ёбнул-то. Четверкой? Да. 2,5 хватит, ну ладно. О, это не 2,5, двойкой. Четверочку заебенил, сынок, идеет полностью. Идеальчик. Скоро обзорчик, да? А, еще коробок запилить. Коробок. Под 18-ку. Коробок. В машине никого нет, а дворник что-то фигачит. Так а он что-то шел, лох. Чтоб протирало. Да. Ладно, отбой пока. Ладно, братва. На сегодня, короче, закончился бложик. Посылочку получил, скоро распакую, покажу примерно, что... Ну, ходовые огни. Так, и, в принципе, все, ладно. Подписывайтесь в группу, ставьте лайки. Всем удачи, всем громкого звука. Всем пока.